Самая лучшая косметика природная. Она полезна как для кожи, так и для организма в целом. Ее всегда изготавливали своими руками. Именно этим мы и будем заниматься, постигая секреты красоты и здоровья. Добро пожаловать на программу «Природная косметика». Сегодня мы поговорим о природной косметики, и вы знаете, получается иногда так. Я вот готовлю еще программу «Целебную кулинарию». Наготовлю какое-то там блюдо. Ну вот я делал блюдо из проросшей пшеницы. Взял проросшие пшенички, витамины группы В, жинсаман. Добавил туда ряженку. Великолепная вещь. Потом еще клюкву, сделал морс клюквенный, да и клюкву так перемалывал. И добавил еще меда. Все это я перемолол на блендере. И у меня получился великолепный продукт, который я использовал в своем собственном питании. Но оказалось, что я его приготовил слишком много. Я приготовил, смотрите, вот столько. И сразу же замечу, что этот продукт, оказывается, ну, он хранится сутки, двое максимум, даже в холодильнике. Потому что ферменты, которые имеются и в клюкве, и в проросшей пшенице, и в меде, и в кисломолочном, они очень быстро портятся, то есть бродят. И вот я решил, а почему бы из этого сырья не приготовить такую вот ванночку для рук? Ее можно использовать, конечно, и для лица. Но я решил как раз подкормить свои ноготки, кожу рук, сделать ее помягче. Поэтому все, что остается после целебной кулинарии, вы не выбрасываете. Да, оно может быстренько, значит, из-за того, что ферменты там прокиснут, испортится. Но испортится для внутреннего применения. А что касается для наружного применения, особенно для того, чтобы сделать кожу пяточек, кожу ладони мягкой, шелковистой. Это то, что надо. Излишняя кислота будет укреплять pH кожи. Витамины и микроэлементы, которые имеются во всех этих веществах, продуктах проросшей пшеницы, меде, клюкве, они будут питать нашу кожу. И более того, поступая через организм, они могут и питать в целом и наш организм, но в основном кожу. Поэтому всегда, если что-то у вас осталось, не выбрасывайте, а используйте ее в качестве различных процедур для кожи. И природная косметика является одним из самых лучших средств. Лучше вообще ничего в мире не придумано для того, чтобы кожа была красивой, а мы здоровы. И знаете, что я еще вам не сказал? Почему именно вот мы косметику используем и почему она должна быть природной? Оказывается, через нашу кожу, через так называемые акупунктурные каналы проходят в организм свободные электроны. Это ученые так сказали. Что делают эти свободные электроны? Эти электроны движутся туда, где идут сейчас физиологические реакции. Потому что, оказывается, все в организме работает на энергии электронов. Существует так называемый электронный каскад. Это все равно, что, знаете, вода, падая на лопасти турбины, ее вращает. То есть сначала электроны были на одном энергетическом уровне, и вот они
во время химической или другой реакции биологической, они как бы падают со своеобразного такого водопада, вращают в кавычках все эти лопасти биологически активных реакций, и потом уже в виде спокойной воды, в виде, допустим, ну, той же воды через почки сбрасываются, или там увлажняют наше дыхание. Вот поэтому кожа наша, для того, чтобы все внутренние реакции были на самом лучшем, молоденьком, так сказать, уровне, она должна быть у нас такой увлажненной, ни в коем случае не сухой и здоровой. Прекрасная кожа отражает наше внутреннее здоровье и его поддерживает. И больше всего вот этих акупунктурных точек и каналов находится на стопах ног и на кистях рук. Поэтому, когда мы с вами ухаживаем за кистями рук, за стопами ног, тем самым мы поддерживаем здоровье наших акупунктурных каналов на самом хорошем уровне, снабжаем через них организм свободными электронами, и в результате все биологические реакции в нашем организме идут как у молодого организма. Представляете, что делает вот такая вот простая процедура? Поэтому не ленитесь и всегда используйте то, что остается от целебной кулинарии. Не обязательно на лицо, но зато на руки и на пяточки очень можно. А на пяточки знаете, как используют? Мы берем с вами, смачиваем вот в этом вот растворе салфеточку. Можем даже бумажную салфеточку смочить. Мы ее хорошенько вот так вот смочили. Прикладываем на пяточку. Сверху одеваем целлофановый пакетик. Сейчас я вам покажу, как это делается. Сверху прикладываем целлофановый пакетик. Смотрите, вот у нас целлофановый пакетик есть. Опа! Вот это наша подошва, представили, да? Обернули и сверху одеваем носок и ложимся спать. И на следующий день кожа на ступнях ног вас поразит, а заодно вас поразит и то, насколько бодро и хорошо вы стали себя чувствовать в течение дня. Поэтому делайте вот эти простые процедуры, и ваша энергетика будет на высоком уровне, как лет 20 назад, а то и 30. Доброго вам здоровья! Помните, то, что полезно для вас, полезно для вашей кожи. Отдавайте предпочтение природной косметике, приготовленной своими руками, с любовью к самому себе. А мы вам в этом будем помогать. Вы смотрели программу «Природная косметика». До новых встреч!